Так, я отнес мусор в баки. И решил записать все-таки третье видео, как там философии. Тезис, антитезис, синтез. Вот, я там вкратце упомянул в прошлом видео про... государство там. В чем оно заинтересовано. Вот. Соответственно, ну, мысль такая. Главный вопрос, который следует себе задавать, кому выгодно, да? То есть в идеале, да, у нас идеальное общество, там выгодно, чтобы все были здоровы, счастливы, да. Но, собственно, вот я дошел до места, когда уже здесь здоровья и счастья не хватает. Соответственно, оглянитесь вокруг и задайтесь вопросом. А действительно ли вы в таком обществе живете? Или с этим обществом что-то не так? И если с ним что-то не так, то что если... кому-то выгодно, чтобы вы не были чистыми, здоровыми, счастливыми, да? Ну, скажем, давайте перенесем теперь на уровень наш. Вот, какая выгода человеку предлагать вам алкоголь, да, сигареты? Да. Ну, то есть, либо он наживается на этом, да, продает это, либо он сам уже скатился и тянет вас на дно. Ну, собственно, причин может быть много, да. Вот. Главное то, куда... они вас ведут. Вот, например, почему я забочусь о чистоте и призываю людей, ну, как минимум, не сорить. Ну, потому что мне выгодно, я хочу жить в чистом пространстве. Да? Вот. Ну и призыв этот, как я уже говорил, это не только к людям, это клеточка моего тела, чтобы они тоже очищались. И опять-таки вернусь к идее первого видео. Окружающее пространство всего лишь мне показывает, насколько эффективно на сегодняшний день это происходит. Ага, вот я вижу мусор. Значит, есть еще в моем теле замусоренные места, части. И, кстати, по-моему, во втором видео забыл про это сказать. То есть, убирая, я стал вспоминать, что же так замусорило мое тело, да? Почему же такая грязная детская площадка? И вспомнил, что буквально вчера суббота была, да? На этих выходных там пришла знакомая, принесла нам тортик сладенький. Я не удержался, скушал его, так сказать, немалую долю. Ну вот, пожалуйста, и результат. То есть, соответственно, окружающая среда мне подсказала, насколько сильно я замусорил свое тело. Да? И, соответственно, убираясь сегодня утром, я как бы даю обещание своему телу, что я его очищу, и впредь, соответственно, так загрязнять не буду. Вот такой посыл. Данное видео, наверное, я оставлю только на своем YouTube канале. Вот, так сказать, для тех избранных, которые ищут.